Продолжаем обкатку мотора Дахатсу. Вот он, наш любимый Тока. Он у нас сегодня хорошо себя ведет, завелся и не один раз, и на передаче в том числе. И сейчас мы идем на средних высоких оборотах. Только что мы прошли под этим вот мостом. Это мост на Дмитровском шоссе. Вот такая красотища. Мы сейчас идем вокруг необитаемого острова. А клево здесь. Так, друзья, сегодня мы применили новую схему руления. Проще говоря, мы зафиксировали вот здесь наш моторчик Тоху, привязав его, ну, относительно так, веревочкой, чтобы он типа туда-сюда не гулял. Да, он, конечно, все равно гуляет, его периодически поправляем, но тем не менее сегодня рулили вот основным. Да. И могу я вам сказать, а точнее можем вам сказать, дорогие наши, что это намного лучше. Рулится буквально двумя пальчиками на пару миллиметриков влево и вправо, и управляемость великолепна. Тоха у нас сегодня хорошо себя вел, завелся быстро и работал у нас сегодня на самых разных режимах. Сейчас он у нас просто работает на холостых оборотах. Немножко для охлаждения. Сейчас мы его будем выключать.